эту, ну, этот снимок, примерно такой у меня есть весной с этими, как эти снимок есть, цветущие деревья, есть осень, в середине лета, когда ветки ломятся от урожая. Я уже о нем рассказывал, я просто хочу сказать, поверьте, везет же дураку. Вот серьезно, я же тогда не знал, какое чудо. Это потомки, это сыновья того манжурца. Трехлетние, вы поверите, им 3 года. Вот они-то и создали чудо вот это. Буквально чудо в моем саду. О чем вы еще не раз убедитесь? Какое качество? А почему это самое не идет это дело вширь? По Сибири, почему по северу России? Вот. Ведь это же кладезь витаминов, кладезь. А почему? Да потому, я уже 100 раз рассказывал. Научили людей убивать деревья, ничего, еще не посадили, а уже садят на смерть. Продолжаем. Вот сегодня у нас 4-й, завтра я буду, вы об этом узнаете сильно поздно, буду проводить вебинар. Как раз посадка семян. Что же получилось, что на 15-м году 21 века впервые люди узнают, что А, они убивали деревья, поэтому у них нет садов. Б, как правильно садить, как получилось, что до сих пор никто этого не знает. Я сам в шоке. Как получилось-то? Я долго гадал, да что ж такое, как пошли мне письма, я додумал, это только в Сибири проблема. Вот. И сейчас дошло до Крыма и до Севастополя. Я уж не говорю про Белоруссию, про Северный Кавказ. Вот. Никто не знает, как семечко посадить. Никто, ни один ученый, ни один академик. Вот. Ну пусть отзовется тот, кто скажет, да я призывал, но тогда где же ваши призывы? Почему не остановили эту вакханалию? Почему ваши коллеги пишут, закопайте на 5-7 сантиметров семечко? Вот эти абрикосы давно были бы мертвы. Это у нас в сухом краю еще могут продержаться деревья до 3-5 лет, потом сгнить. А там, где сыро, они первый же год уничтожаются. Вот так, друзья мои, пойдем дальше.